Подклад из искусственной замши Louis Vuitton. Разорван в месте износа, присутствуют засаленности и нестираемые пятна. Изначальная задача была перешить подклад на новый. Обойдя все элитные магазины ткани в городе, я не сумел найти искусственную замшу, подходящую под цвет оригинала. И мы с заказчиком решили реставрировать уже имеющийся подклад. Для этого я отпорол карман, произвел 4-ступенчатую чистку и пятновыведение, укрепил разрыв изнутри, подобрал нить под оригинал, а снаружи поставил копию кармана из искусственной замши наиболее близкого цвета. Вручную сшил карман с подкладом, подняв его на пару сантиметров, чтобы не провоцировать поврежденное место. Было, стало. Уважаемые дамы и господа, как вы считаете, достойна ли данная реставрация Louis Vuitton? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Это просто магия какая-то. Репершу.